Живопись, керамика, изделия из меди, дерева и войлока, орнаментальная графика, килимы и вышивка. В этом году традиционная выставка мастеров творческого объединения «Чаттердах» стала еще более впечатляющей. Последние годы мы стали вместе с декоративным искусством представлять живописные работы в разных жанрах. С каждым годом работы моих учеников в жанре живописи становятся более зрелыми, более законченными. У каждого из них вырабатывается свой почерк, свой язык. Вот этим эта выставка отличается от предыдущего. А наша задача в том, чтобы достичь каких-то внутренних своих результатов и продвинуться в этом направлении. Поэтому выставка – это стимул большой. Потому что потом своими работами автор общается со зрителем и видит реакцию. Вот что важно. Вдохновение для создания пейзажных картин на этот раз художники черпали на весеннем и осеннем пленерах в Бахчисарае и Капсихоре. Свою работу под названием «Хырым или Арзулар. Мечты о Крыме» Екатерина Черная написала, вдохновившись стариной. Путешествовали по поселочкам Судака, и там очень много таких домиков старых крымско-татарских сохранилось. И они меня вдохновили на создание этой картины. Она получилась такая теплая, светлая, медовая. И именно поэтому, что она такая, ну, излучающая тепло, на мой взгляд, я ее назвала как «Мечты о Крыме», о тех временах, когда Крым был в безопасности, когда мы жили на своей земле счастливо и процветали. И здесь тоже все цветет и пахнет. С такими же чувствами создавала одну из своих работ художница Эдие Мустафаева. У меня как бы сложилась такая композиция, чтобы запечатлеть уходящую старину и передать эту архитектуру домов. Также мы были в гостях в рамках этого пленера, в гостях у Эльвиры Сарахалил. Она нам спела песню «Геджилер». Эта песня меня очень вдохновила на создание гаммы, цветовой гаммы этого именно полотна. Поэтому как бы вечер в Капсхоре. Каждая картина, представленная на выставке, имеет свою историю и заложенный автором глубокий смысл. Свои работы на выставку привезли мастера декоративно-прикладного искусства. Вот, моя задача максимально, максимально изучить наши традиционные формы и максимально воплотить их в жизнь, чтобы у людей, у будущего поколения гончаров был наглядный материал для того, чтобы они могли изучать. Мастер медных изделий Рифат Куртвелиев представил работу с интересной историей. Мастер дал вторую жизнь казану, который побывал в депортации и вернулся в Крым. Своими впечатлениями поделились и гости выставки. Я бываю на этих выставках, и меня всегда поражает уникальность как каждого художника отдельно, так и в целом этой группы, потому что они отличаются от других. Я понимаю, что это связано с их руководителем Мамутом Чырлу. Название «Крымский стиль» вполне отражает все эти работы. Они посвящены Крыму, и потом здесь есть народность. Народность в хорошем смысле, в глубоком этого слова. Здесь есть чувство народа, чувство принадлежности, идентичность, вот она просматривается в этих работах. И мне кажется, здесь есть любовь к своему народу и любовь к Крыму. Ментерышам эрил кеме були сергилерге, эрвахат айретте халам, назыл истидатлы халқымыз бар, эр бір айра адам пек истидатлы, эрил яны истидатлар чығарлар. Адамлар бүле ерлері келіп, көріп, таныш керек бізі санатымызнен. Посетить выставку и познакомиться с работами мастеров творческого объединения «Чаттердах» можно в Крымской республиканской библиотеке «Франко» до конца апреля.